Что видит Диана Гурская? Притворяется, не видит ничего, либо же видит частично. Комментарий врача, у которого лечилась Диана, меня очень удивил. С подробностями Жан Содель. Здравствуйте. Злые языки поговаривали, что Диана Гурская все видит, просто притворяется, мол, образ такой, а другие считали, что она не видит ничего. Правда же, примерно посередине. Главный детский офтальмолог Александра Хватова заявила, что Диана видит, но видит только свет. И, кстати, как раз-таки Диана у нее и лечилась с детства. Врач сказал, что когда Диана приходила на прием, глаза реагировали на свет. При этом речи о восстановлении зрения не было. Просто пытались спасти глаза как орган, и сделать это удалось. Именно поэтому есть такая вероятность, что проблема, так сказать, в соединительном проводе между глазами и мозгом. Да? То есть глаза могут передавать сигнал, а вот он может уже и не обрабатываться в мозгу. Гурская говорила, что с детства родилась незрячей, попал вирус, нарушился зритель, нерв. При этом родители забили тревогу не сразу. Она была одним из четырех детей в семье. Она самая младшая. А вот когда она упала с кровати, вот тут-то они начали обследоваться, и оказалось, что она ничего не видит. То есть, быть может, при падении что-то повредило в голове или уже повредился сам этот зрительный нерв. Диана Гурская рассказала, как относится к теме своего зрения, что масса кто обсуждает, кто-то шутит, да, она давала интервью, Алене, блин, есть на YouTube, можете потом посмотреть. Вот что она сказала, я процитирую, да ничего страшного, пусть пишут, пусть говорят, слава богу, что пишут и говорят. Если кто-то хочет допустить юмора по отношению ко мне, то что поделать? Самое главное, делаю то, что я люблю делать, и это важно, сказала она в интервью на YouTube. Пишите комментарии, что думаете по этому поводу, подпишитесь на канал, дальше будет что вместе обсудить. С вами Жан Содель, хорошего дня, до встречи.